безопасное использование газа в бытовых условиях. Проверке и качественному обслуживанию подлежит любое газовое оборудование, установленное в жилых помещениях, общедомовое и внутриквартирное. Если в помещении вы почувствовали запах газа, то первым делом нужно перекрыть подачу топлива, отключить все электрические приборы и вызвать газовую службу. Общедомовое оборудование – это стояки до внутриквартирных кранов и приборов учета. То есть у нас кран и прибор учета уже являются собственностью граждан. Ответственность за внутридомовое газовое оборудование лежит на управляющих компаниях ТСЖ, ЖСК, ТСН, то есть управляющих организациях, которые эксплуатируют МКД. В Одинцово проходит форум «Управдом». Здесь находятся все те, кто занимается управлением многоквартирным жилым фондом. И государственные органы, также Московская область, муниципальная, которая связана с обеспечением комфортной и безопасной жизни в многоквартирных домах. Одной из главных тем форума «Управдом» стали сбор и вывоз мусора из многоквартирных домов. Обсуждались вопросы организации площадок для крупногабаритных отходов. Каждый житель, производящий ремонт, должен заказывать вывоз строительного мусора самостоятельно. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».